В этом сюжете я воспользуюсь вафельницей Хуракан и приготовлю праздничные вафли Тайяки. Вафли Тайяки были изобретены в Японии. Оттуда и название Тайяки. В переводе с японского это означает «запеченный морской лещ». В результате у меня получатся вафли в форме рыбок. На экране вы можете увидеть характеристики данной модели вафельницы. Материал корпуса всех вафельниц Хуракан – это нержавеющая сталь, а жарочные поверхности выполнены из чугуна с антипригарным покрытием. Для того, чтобы первые вафли удались, я рекомендую прокалить жарочную поверхность оборудования в течение 15-20 минут перед использованием на максимально допустимой температуре, а также использовать на 10-15% больше жира, чем указано у вас в рецепте. И, конечно же, в честь замечательного праздника 8 марта я бы хотел сегодня приготовить эти замечательные вафли. Для этого мне понадобится мука, дрожжи, сахарная пудра, яйца, молоко и, конечно же, красный краситель. В рецепте мы смешиваем сухие продукты, муку, сахар, дрожжи отдельно от жидких продуктов, молока, яиц и, конечно же, сливочного масла. Затем мы соединяем продукты вместе и получаем тесто. Мой совет вам, для того, чтобы тесто получилось более воздушным, оставьте его настояться на 30-40 минут перед тем, как будете выпекать вафли. Я разогреваю вафельницу за 20 минут до приготовления вафель. Разогреть вафельницу нужно при температуре от 150 градусов до 170 градусов. Дальше вам обязательно нужно смазать вафельницу маслом и дать ей немножко прокалиться. В форму вы заливаете готовое тесто и отпекаете вафли в течение 5-6 минут до готовности. Как только вафли приготовились, извлеките их из вафельницы, положите на тарелку и красиво украсьте.